Он обещает многое. Я умоляю суд дать ему шанс осуществить это. Наш устав снова рассматривается. Что с вами? Молодые преступники, корректирующиеся в лесу. Донорам это нравится. Молодые в лесу. Выглядит круто на Фейсбуке. Гранд Каньон? Вы издеваетесь? Думайте в километрах. Каков будет итог? 1200 километров? Хорошая догадка. 1427. Каждое средство перевезет вас в Гранд Каньон. Слушайте меня, есть план. Почему не ехать на машине? Если бы на машине, я бы справился. Вы не знакомы со своим велосипедом. Сиденье дает о себе знать. Это как бы пронзает. Привните. К концу путешествия оно станет вашим. Поехали. Гранд Каньон, а? Научитесь работать вместе. Покажем государству, кто мы. Когда едем вместе, говорим «хо». Не так уж и отвесно. Вы, должно быть, шутите. Типичный велосипедист. Не могу остаться в своей полосе. Хороший вопрос, Грег. Если проведешь парней через пустыню, они рассыпятся. Увидят, кто они есть на самом деле. Эй, выбегай. Полагаю, нет. Вы, ребята, просто слушайте меня, справимся с этим. Поверьте мне, кто ты, парень. Думаете, быть нами легко? Мне наплевать? Это неправда, всегда говоришь. Нужна команда. Вот и есть наша команда. Прямо здесь эти дети каждый день. Высокая переносимость боли. Вижу, кто-нибудь хочет батбатов для своего. Сквит неряшлив. О, я Алуба. Ладно, не будем использовать это слово. Грег, не бери бафового.